Здравствуйте, друзья и подписчики канала «Русский кемпинг». Совсем скоро, буквально завтра, уже наступит 2024 год. И я спешу поздравить вас с этим событием. Но сначала я подведу свои небольшие итоги года. Самое первое – это то, что я где-то полгода уже назад завел YouTube-канал и группу ВК «Русский кемпинг», как вы знаете. На YouTube на данный момент где-то нас 200 человек и в ВК 440. Но аудитория медленно, но растет, и надеюсь, в следующем поздравлении нас уже будет минимум это 1000 и максимум 10 тысяч человек. Второе, у меня появилось два новых партнера, которые делают очень хорошие вещи, скажу я вам, которые вы уже видели у меня в роликах и которые еще будут уже в новом году. Третье. Многие из вас знают, что мы в Тюмень переехали с Ишима. Это небольшой городок, где-то 300 километров от Тюмени. Ну и поначалу мне очень было тяжело здесь осваиваться. Крупный город. Я как бы не очень их люблю, такие города. Ну, есть как бы перспектив больше. Поэтому что делать? Привыкаем. И четвертое. Наверное, это главное событие в этом году. Но о нем я говорить пока не буду. И скажу уже где-то ближе к весне. Точнее, вы уже сами все увидите своими глазами. Итак, хватит обо мне. Поздравляю вас, друзья, с наступающим 2024 годом. Желаю вам и вашим семьям всего самого наилучшего, мира и красоты, благополучия, иметь поддержку со стороны родственников и друзей. И самое главное, это иметь цель, потому что без цели жизнь бессмысленна. С Новым годом, друзья! Я очень ценю, что вы у меня есть. Увидимся в 2024 году. Всем пока!